Там такая кнопочка маленькая с красненькой точкой. Можешь просто вот вверху повернуть. Ну, вот это? Да, поверни просто ее, собачку вниз, и чик. Люди очень боятся покидать тело, они называют это смертью. Ну, чувств каких-то по поводу смерти этого или выхода из тела этого человека у меня просто железобетонная плита на это чувство. Сознательный. А мы просто покидаем тело, а люди очень боятся выходить из тела. Я не понимаю. Просто она сказала, что их клуб. Может быть, есть и другие, кто это практикует. Да как? Ну она единственная, мы с тобой ее искали несколько лет. Я видела вообще все со стороны. Как-то, ну, не то есть в каком-то там пространстве летала, у меня были какие-то куча дел. И везде. Нигде? Все было черное. Черное? Одного цвета. Черное. Все. Черное? Только переместить свое сознание и перетрансформироваться, перезагрузиться, решить какие-то там свои проблемки и, ну, вернуться в тело. Я никогда не был, где все черное. А как? И один маленький такой просветик. А потом раз, и все. Маленький цвета. Просветик. Слов. Много новых слов. Я не то, что не касается, наверное, веры. Я скорее знаю, что он вернется обратно. Мне стало тревожно. Когда он говорил про выход из тела, я испугалась. Я не хотела выходить из своего тела. Он быстро ли он вернется? У меня появилось много вопросов. Mm. А если мы его как бы закопаем, а он все-таки вернется в это тело? Подожди. Он что, реально вышел из тела? Видимо, да. Я попаду там? Из поколения в поколение, от отца сыну, от сына к отцу, там и так далее. О! Там? По-разному. По-разному, тут по-разному. А там все одинаково было. Где там? Что такое там? Там? Ну как там где-то, там. Где там? Там. Где там? О, мы вернулись в наше тело. Ну, он учитель по выходу из тела, какую скорую? Да он как? Же, мы же в договоре же писали, скорую не вызывать, никого не вызывать, ничего не рассказывать. Ну конечно, что ты начинаешь? Он умер. В разный момент времени вы можете находиться в разных местах. То есть это... Осознанная практика в нашем культе религиозном. У нас нет никаких... Мы в глухом лесу, в избушке. Кто сюда приедет? Что ты начинаешь кипишить? Ты начинаешь вот тоже. Что ты постоянно? Это ненормально. Конечно, ненормально. Человек из тела вышел. А что ты хотела? Нормально что-то? Боулинг? Да. С другой стороны... Как-то неожиданно. Неожиданно? Я не понимаю, как к этому относиться уж точно. Нет разве? Нет, мне кажется, самое важное в жизни – жить. Мне плохо. Ну успокойся, успокойся. А если я сейчас так лягу, да? То есть я сейчас выйду из тела? Ты не умеешь из тела выходить, мы не умеем. Нет, подожди, а если я научусь, я вот так же выйду? Ну? А я вернусь вообще и ничем. И поэтому выход из тела, он дает нам вот такую возможность. Но он вышел, я пойду, даже ничего не подумала об этом, как будто бы норма. Ну это нормально. Угу. Как ты можешь так? Почему такой спокойный всегда? Где-то было мое сознание, но я что-то не поняла, где, честно говоря. Ну, то есть, что это за место определенное, но так вот. Кто нам теперь поведает? Все, трубежник, у него пена изо рта пошла. Жесть. Ну, блин, ну как теперь вообще? Ну а что? Я не знаю. Как? Ну, я уверен, что он сможет вернуться, поэтому, ну, какой-то... У тебя вера? Чувство да, веры? Да, что он... Маша, ну все. Он же объяснял, тело как перчатка, ничего страшного. Че ты начинаешь вечно вот истерить, она, извините, ради бога. На самом деле, ничего нет страшного в том, чтобы покинуть тело. У меня какая-то тревога, типа, а что дальше? Как-то мне тревожно. А что дальше? Потрясающе! Я живой!
Я живой, я чувствую, я чувствую. У меня немножечко такое стопор, отупение, какое-то... мешает для того, чтобы перемещаться, общаться со своими родственниками в прошлом, настоящем, будущем. Практика очень древняя, как я сказала, и требует определенной подготовки. Ну, я удивлен. Я впервые вижу человека, который вот так вот вышел из тела. У меня вопрос, он вернется? Что с этим телом делать? Или как долго? Я думал... Жесть какая! А я же думал, она что-то объяснять будет. Общение напрямую с любым человеком в любом времени и пространстве. И это... Блин, ну это охренеть, врач. А что делать-то сейчас? Ноги меня как будто оставили вообще одного. А учитель? Всем привет. Я представляю традицию древних учителей. Мы практикуем выход из тела. Я представляю клуб. Он вышел. У меня такое приключение было, слушай, там, вообще. Здравствуйте, дорогие друзья, я представляю клуб по выходу из тела. Это древняя практика, которая позволяет, немножечко... Но, в принципе, любой человек, кто готов это сделать, он может раз и в любой момент просто выйти... Тело – это всего лишь одежда, перчатка. Мы же не боимся, например, перчатку и сниму. Чувств особых по поводу выхода из тела. Просто в какой-то момент мы... Привет. Как она умерла, что ли? Че ты ржешь? Ты не первый раз, что ли? Я тоже ожидал, что она... Я думал, сейчас будет как практика. Я так как-то в какой-то момент не поняла, как я вот сейчас обратно с тобой разговариваю тут. Mm. То есть, ну... Нюхать! Все ощущения! Все работает. Вообще все работает! Полную. Потрясающе! А что было? Я был как будто бы в каком-то темном космосе. Да-да, темный космос! Да-да-да, темный космос! А потом раз, вспышка, и я здесь! Поколение в поколение передается определенному, только узкому очень кругу. Ну, что беспокоиться по пустякам? Да как пустяки? Это же самое важное! Смерть! Это самое важное в жизни! Здравствуйте, друзья! Сегодня я поделюсь с вами учиться. Как что воспринимать? Воспринимать? Просто да. Воспринимать? Блин, а что делать-то с этим совсем? Это тело, да? О! Да, органы чувств. Класс! Чего? Слушай, да, здорово! Во рту еще какой-то вкус. Сегодня я поделюсь с вами секретнейшим знанием, которое из... Краска. О, слушай, класс вообще. Людей – это знание о том, как покидать собственное тело. Блин, это грустно. Меня опять оставили, меня бросили опять. Я пришел, я надеялся, что меня хоть здесь. Ну а что ты такой спокойный? После того, как вы научитесь это делать, вы сможете... Может, скорую надо вызвать? В смысле? Так он же учитель по выходу из тела. Быть абсолютно везде и при этом не быть нигде. Это знание очень, очень секретное и передавалось от... Да, придется поиски возобновить свои. Да почему ты такой спокойный, я не понимаю, это же ужас. Мы с тобой пришли, уже вот мы были на волоске от осознания. Для вас не будет никаких границ, вы сможете... Так умереть. Ну умер, он же специалист, он же сказал, научит из тела выходить. Он может и не вернуться, а сейчас приедут полиция, а тут трубку... Почему? Как они? Нет, подожди. Почему ты взяла, что они приедут? Что ты взяла, что они приедут? Кто знает? Как будто было ничто, а потом раз, как вспышка. То есть времени и расстояния не существует. И тело порой нам просто, как бы... Это ненормально. Слушай, это ненормально. Конечно, это ненормально. Мы с тобой сами же хотели узнать. В любой момент времени быть всегда и везде, то есть быть всем.
Кино, шубу! Да. Ну что за ценности у тебя, Маша? Да блин, да... Да, вау, очень вау, здорово. Вау, вау, вау. Ты живой? Да. А ты был мертвый? Да. Класс, смотри, трогать можно. Выключите камеру кто-нибудь там. Есть кто-то? Из учеников ближайших. Нет, я буду вот так же валяться. Я буду вот так же в этом валяться. Ну, Валя, ты не, это же не ты, это не ты. Он же объяснял, что тело как перчатка. Ты с лекцией вообще слушала или нет? Который обладает очень мало людей на этой планете. Ну, слушай, перестань, тебя никто не просит выходить. Успокойся, Маш. Здравствуйте, дорогие друзья. Но сегодня мы собрались с вами на очень крутом мероприятии. Невозможно с ней никуда. В боулинг можно с ней, на шопинг можно, в ресторан можно. А вот это вот, эти вот курсы по выходу из тела вообще не заходят ей. На котором я кое-что вам расскажу. Я представляю традицию древних учителей осознанного выхода из тела. Позволит вам выходить из своего тела, ведь тело это всего лишь скафандр. Выходить из своего тела и... Это просто невероятная способность. Маш, ну все, не будем. Все, будем боулинги только. И то, что я расскажу, сможет, позволит вам. Все, выключилось. Слушай, ты так... Я была в каком-то черном тоннеле. Отправляться в бескрайнее путешествие по различным галактикам и вселенным. Да, это тело. Почему-то я знаю, что это тело. Я знаю, как говорить. А что с этим делать? Как? Что делать дальше? Так подожди. А если я... Мы единственный раз тобой попробовали что-то интересное. Ты опять начинаешь. Полицию? Что? И вот именно этим я хотел бы с вами поделиться. Тут так цветно. Когда ты говоришь тут, это что тут? Вау! Тут все такое яркое, все такое красочное. Тут. Просветик. Черное. Вау. Тут. Да. Тут красиво. Тут явно цветно. Вау. Все черное. Один там какой-то просвет вот такой. А я вообще только появился. Выключилось. Вот это я сделал. Я никогда не был там. Как много новых. И поэтому у меня не возникает чувств какой-либо потери или утрате сейчас. Я точно знала, куда вот в этот тоннель идти. И когда я тут появилась... Я никогда не был там, я только был тут. Там как будто бы нигде. Я всегда был только тут. Мне тревожно стало. Я думаю, а что дальше? Я понимаю, что я не понимаю, что я чувствую вот под этой толщей. Я никогда не был, где все черное. Тут, вот тут прям очень красиво. Очень так. Это называется красиво? Да. Цветно, это называется цветно. Это да, это... Тут. Это тут. Мы тут? Мы тут. А есть еще какое-то не тут? Не там. Слушай, тут лучше. Чувствую... Он вышел из тела. Да. Я чувствую, что... С одной стороны, мне безразлично. На самом деле, путешествие между телами уже давным-давно. Я тревожусь. А что будет дальше? Какая инструкция? Ну, он так уверенно рассказывал об этом. Мне кажется, он уже не впервые это практикует. Серьезно? Угу.